Короче, посмотрела. А я подключилась. Давай. Привет, привет. Всем привет. О, только доехали до офиса. Пробки жуткие. Привет, привет. Можно что-нибудь? Ой, нет. Можно уши. О. Как будет лучше? Так, нормально. Где я? Я в офисе, где вот мы приехали наконец-то до офиса. Вот здесь мы работаем. Привет. Вот наш офис такой. Место, где все фоткаются. Место силы. Да. Привет, привет. Как попасть к тебе в команду? Очень просто ко мне попасть в команду. Просто нужно перейти по ссылочке в моем профиле. Да, Маша? Да. Вот. Мы сегодня женщины-кошки. О, Олеся, привет. Мы посидим куда-нибудь. А, или в магазин. Пойдем в магазин, да? Да, пойдем в магазин. Директ не отвечаешь, я отвечаю. Теперь начала отвечать, да. До этого был звал. Даша, привет, привет. Сзади на плакате ты, к сожалению, нет, не я. Не знаю. Тут вон какие плакатики есть. Красивые. Вот, мы идем в магазин с Машей, да, Маш? Да. Ага. Вот наш магазинчик. Как дела? Привет, с Архангельска. Привет. Привет. Нет, а моя любимая вон бабуга. Мне кажется, она детская или нормальная? Но она... Нет, тут раньше были такие же детские, да, но они быстро вкус теряли, а эти мне нравятся больше. Я всегда ее беру. Шампуньки, да. Шампуньки классные. Да. Смотрите, у нас не только продукты похудения есть, вообще у нас есть много чего интересного. У нас есть все. Да, в Телеграме я есть. Во. 290 рублей, стрикая бутыль. Да. Просто вот как моя культявка. Да. Тут, кстати, банановые, клубничные вообще-то бомбовые. Ну, мужские, наверное, вот такие, больше аква подходят. А мужские же где-то есть отдельно. Или здесь нет? А, вот внизу. Да. Вот, может, для мужчин тоже есть. Что у нас тут? Кстати, дейзики тоже. Гарри-попа, да. Кстати, девочки, да, если вы хотите избавиться там от целлюлита, то вот, пожалуйста, такая штучка есть у нас. Жопа будет гореть. Да, будет попа гореть, и то будет эффективно. Привет, привет всем, кто присоединился. Вот, смотрите, есть такие штучки для девушек, очень полезные тоже. Кстати, надо закупить крем. Вот я пользуюсь вот таким мультизащитный крем и мультизащитная сыворотка. Где она? Где-то тут она. Вот она. Она подходит и под основу, под макияж, и вообще очень хорошо увлажняет кожу. Красотки. Вот наши все, наши все. Чи. Чьи? Ты как его пьешь? Какой пьешь? Мне нравится вот этот антитокс. Вот синий. Видишь, антитокс. Вот этот, короче, люкс. Вот так. Вот этот люкс, он... Короче, те, кто любит по вечерам есть всякую гадость, типа чипсы, шоколадки, вот этот чай люкс, он очищает от всего вот этого. А антитокс, он... Вот так вот. Палец мой. Антитокс – это зеленый чай с чабрецом. Он очень вкусный, он антиоксидантный. Он еще и полезный. И просто вкусный, его даже без сахара можно пить. А я просто вот люблю такие чаи. На самом деле, я люблю зеленый с... Вот, тоже зеленый с чабрецом. Вот, вот он, да. Вот он, мой любимый. Зеленый с чабрецом и зеленый с мятой. А чай вот с этими штучками вообще прям вкуснятина.
Мармеладки. Мармеладки. Всего 290 рублей. Да. Жариковое. Кофе, кстати. У нас новый кофе, да, какой? Да, вот этих синий, красненький, да. Рыженький такой. Кто кофеман, вот очень вообще советую. Очень хороший. Так, смотрите, сколько выбора. Выбор даже есть. Худее легко. Energy Slim. Наша программа похудения. Смотрите, курс на 25 дней. Результат будет, соответственно, через столько же, да? Стоит всего 3700. Вот. Вот все, в принципе, что туда входит. Можно по отдельности купить, да. Сразу денег нету. Что чаще всего происходит. А тут только красненький, да? Только красный, ага. А зеленый может закончиться? Да. Коллаген. Много кто пьет у нас коллаген. Вот я все тоже хочу попробовать, но что-то... Почему я еще не попробовала его? Но девочки очень рекомендуют, что и волос, для волос, и для ногтей. Вот. Порошки, порошок взяла себе. Кстати, кто... Паша говорил, что порошок не очень. Я попробовала, мне очень понравился. Я не знаю, кондиционер с порошком. Паша, просто загрязнения сильно большие, у тебя нет. А паста вот эта, кстати, прикольная. Вот эта клевая паста. Да. Ей чистить белые кеды, подошву. Угу. Ну, отбеливать вообще что-то. И по дому прибираться там. Накипь убирать, ржавчину. Я вот печку чистила, жирвиковую туда чистила. Да, средство для мытья посуды. О, это вообще крутяцкая, да, вещь. Да, стоит 290 рублей, но его хватает вообще на, ну, ну, надолго. Ну, на год точно хватает. Под конец можно разбавлять водичкой. Да, есть морские такие. Вот я клюкой больше люблю. Черника тоже ничего. Мюсли, да. Но мюсли, на самом деле, вот я все попробовала. Мне все равно хочется послаще чего-то. Коктейли, если вкусные, для меня. Вот, кстати, мой любимый шоколадный мусс. И батончики, да, девочки, кто там на диете, кто худеет, вот один батончик в день вам можно скушать. Вот такое. 100 рублей стоит батончик. Вот. Как? Я так, я не игнорирую, я просто вообще не читаю. Как попасть к тебе в команду, ребятки? Все вообще очень просто. Просто есть ссылочка в моем профиле. Переходим на профиль. И пишите мне прямо в WhatsApp, отвечаю я сама, да. Вот. Но иногда мне не хватает времени, чтобы всем ответить. И у меня есть вот такие прекрасные лидеры-помощницы, как Маша, да. Они вам помогут разобраться в бизнесе, помогут вам... Помогут обучить. Совсем помогут. Да. Мы всем-всем помогаем. Да. Вот. Хотеть не вредно, нужно не хотеть, а действовать, да. Какая гениальная мысль. Надо же ей на что-то жить после проекта. Ну, в натуре надо жить на что-то после проекта. А тебе не на что жить, что ли? Да. Привет, Иставль. Привет, привет. Пойдем туда? Привет из офиса. Привет из офиса, да, Энель. Вот. Но, в принципе, мы показали вам, что у нас есть не только продукты похудения, там, да, кто так думает, а есть вообще у нас более 360 наименований продукции по товару. Где? Да, есть вообще все абсолютно. Пойдем туда, кто-то назвал. Пойдем. Почему не принимаешь на новые странички? Ребята, я создала там новую страничку, но я пока не особо сижу на ней. Да. Вот, как опять... Как попасть в команду? Только что рассказала. Так, все это фигня. Послушайте отзывы. Все это фигня. Может, что скажешь по поводу этой фигни? По поводу чего? По поводу этой фигни. Нет, смотрите, ребят, кто считает, что это фигня, ну... А кто, имел фигню? Да. Да сами вы фигня. Нет, смотрите, я в компании с августа месяца, да, но в августе я вообще практически не работала, я не готова была к этому. Но в сентябре я постаралась хорошо, да, и я закрыла квалификацию старую, моя зарплата была 48 тысяч. Вот, где-то так. И ничего сложного ты не делала, согласись? Ничего сложного я не делала, просто да. Пользовалась продуктом, рекомендовала его своим друзьям.
Я возьму всех в команду, кто готов работать, действительно работать. Это работа, понимаете, здесь нет вкладов, не надо ни во что. Не надо вкладываться, да, по сути. Но есть такая штука, как активация контракта. Всем новичкам это нужно сделать там в первые 2 месяца. Ну да, календарных только. Да, календарных. Если вы зарегистрировались в октябре, у вас есть октябрь и ноябрь на активацию контракта. Вот. Это, понимаете, такая штука. Ну, вы сходили в кино, вам понравился фильм, вы его рекомендуете друзьям, правильно? Также и в нашей работе вам, вы попробовали нашу продукцию, вам она нравится, вы ее рекомендуете. Чаи, не чаи, там, каши, что там, шампуни, паста, да. Вот. Очень много классных продуктов. Сейчас еще детская линия наконец-то поступит, да, в продажу. Едышки. Едышки, да. Приходи ко мне, я тебе дам. У меня дома несколько коробок. Да. Сама говоришь, что ничего не делала, а говоришь, что тут надо работать. Я говорю, что я в первый месяц ничего не делала. Я зарегистрировалась, активировала контракт, но я ничего не делала. Да. А в сентябре я уже начала работать. И поэтому я получила уже и денежки. Но тоже, ты же не эти, не вагоны же разгружала. Ну, работать, да, они сложные, по сути, да, дела. С людьми общаться и продукт рекомендовать. Да. Как набрать вес, если кушаешь все? А, набрать. Слушайте, как набрать вес? Какой интересный вопрос. Ну, поэтому, кстати, у нас тоже есть. Не прибей меня. А у тебя все зарядился? Нет, давай поставим на зарядку. Короче, Жарикова такой уникальный человек. Она заряжается зарядкой без батарейки. Она сама себя заряжает. Господи, ребят, ну не знаю я где. Наверное, в офисе, только в другом. Вы, наверное, хотели спросить, где Маша? Маша здесь. Привет. Зачем? Ну, зато мы не узнаем теперь, что мы тупые. Вот. Ну, вот ладно. Это вот что-то, смотри, никак не угомонится. Привет, ты прикольно смотришь, там два. Нет, не смотрю. Протеина у нас в Нальне можно купить. Да, можно. Можно, можно. Но пока не можно. Протеин пока временно снят с производства. Вот поэтому я не всегда люблю выходить. Прямые комментарии волшебные. Люди, я не могу понять, вам некуда свою злобу, что ли, деть? Ну, не нравится вам? Ну, не залазьте вы вообще в эти эфиры. Зачем вообще? На доме два не по сценарию, нет. Нет. Привет из Магадана, привет. Тебя посадят? За что тебя должны посадить? Нет, меня не посадят. Жаль. Жаль? Это люди, видишь, хотят. Нет, не дождутся. Ты красивая. А я красивая или она? Кто из нас красивый? Девочки, не обращайте внимания на негативы, да, знаете. Но я просто на самом деле привыкла уже. А вы поржали, что? Да. Смешно. Блин, да что с меня кошка все время слетает? Говорят. Вообще никому не интересно про Энель, что ли? Давайте, да, спрашивайте про Энель. Чего вы все это? Какие-то комментарии не те. Зачем смотреть Дом 2, если я там неправильно? В Дом 2 вернешься? Нет, не вернусь. Все такие классные с ушками, да? Да, мы такие. Привет. Из Маша, Нижнего. Привет. Вон, смотри, Лизочка. Ой, Машенька, привет. Хоть кто-то мне привет передал. Кстати, у нас могут работать и студенты, и мамочки, да, Маша? Да, у нас могут работать все. Все. Если вам есть уже 18 лет и до без ограничений. Угу. Работать можно. Вы обе красотки. Спасибо большое. Спасибо. Ты не устаешь? Ребятки, нет. Открываем страшную тайну. Нет. Как похудеть, расскажите. Как похудеть? Все очень просто. Нужно также зайти по ссылочке в моем профиле. И я вам сама лично все расскажу. Вот. Я сама худела, я за 2 месяца сбросила 10 килограммов. Я пару раз в день я заменяла обычный прием пищи на функциональное питание, на наши коктейли. И вот, в принципе, так и сбросила, без физических нагрузок, без зала, без тренировок вообще. От слова совсем.
Это самое главное. Так лень ходить в спортзал всегда. Да. Чем вы занимаетесь? Мы сидим в прямом эфире. Сидим в офисе ML. В нашем любимом. Да. Нет, мы не живем с Сашей, мы давно расстались. Хватит, пожалуйста, уже эти глупые вопросы задавать. Смотри, ну там что-то, какой нужен вклад. Уйду. Нет, ты можешь рассказать. Смотрите, по поводу вкладываться. Нужно вкладываться в себя. То есть такого, что закупить товары, и чтобы у вас дома коробки стояли, такого нет в этом бизнесе. Да, да. Нужно купить продукции себе. Ну, если нет на себя денег, можете купить на продажу. Активация это примерно на 8 тысяч рублей. Это, ну, это прям минимально. Где вы видели бизнес с 8 тысячами рублей? Такого нет. Я открывала свой бизнес, у меня был свой бизнес, и на его открытие я потратила около 300 тысяч. Мне пришлось машину даже тогда продать. Невыгодно. А тут всего 8, можно их потратить в себя. Это купить гель для душа, чай, кофе, зубную пасту. В это худшем все нужные случае вещи. Вы только это выпьете, либо используете как-то. И зубы почистите. Вечером я заменяю все-таки приемы пищи. Вот. Чего? Держу с волосами. Гнитятся. Думаю, слышно. Сделайте погромче. Да, что-то нас не хотят больше слушать там. Оля, ты супер, спасибо большое, ты тоже супер. А, вот, что еще рассказать вам. Ребятки, давайте по работе. Если есть какие-то вопросы, я готова на них сейчас прям вам ответить. Натусик, привет. Так, 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 так. Как сделать, чтобы этого не было? Звука нет. Звука нет? Серьезно? Звук просто пропадает, когда кто-то хочет мне позвонить. Ну да, это заходящего. Сейчас слышно? Я надеюсь, слышно? Видно? Нас видно? Слышно? Опять звука нету. Ну как так? Серьезно нет звука? Вы нас слышите? Что со звуком? Ну-ка, подожди, я сейчас зайду со своего телефона. Угу. Нет. Нет. Ты с Сашей? Нет, не с Сашей. Она с Машей. Я с Машей. Она с Машей. Я Маша, а не Саша. Делать рекламу? Все, звук есть, ребят. Что ладно? Такое запоздание. Все, я вышла с эфира. Сейчас норм. Уже есть звук, вон норм. Связь слышно, все отлично. Нормально же. Нормально. А, ребят, это моя лидер, моя помощница. Да, мы работаем Маша, вместе, работаем. А не то, что вы там пишете. Да. Жарика, вас слышно. Отлично, я очень рада, что вас слышно. Все хорошо слышно. Время год назад. Если бы можно было вернуть время на год назад, что бы ты не делала? Не сделала. Я бы пошла раньше в Инале. Ну да, год назад. Сейчас бы уже на Мерсе ездила. Ну да. Друзья, кстати, а все знают, что можно Мерседес получить у нас в компании Инале Интернешнл? Угу. Я, кстати, планирую до Нового года получить его. Если NRGD, это который в баночках, мне нравится банановый, капучино, клубничный.
Вот. А если Energy Smart, то это, кукушка, вернись, печенье с лимоном. Я просто пиноколаду люблю алкогольную, потом, когда пиноколада вышла без алкогольной, я ее тоже полюбила. Но вы этого не слышали. Томск, привет. Ты не получишь. Я Мерседес не получу. Почему это звук? Что за злюка вообще? Да. Звук снова пропал. Да, картонный и кредитный. Господи, ребят, смотрите, компания его берет в лизинг, да, на 3 года. Машина оформляется на тебя, но выплачивает за него компания, за хорошую работу, за то, что ты делаешь хороший товарооборот. Вот. И через 3 месяца, если ты держишь квалификацию определенную, там Diamond Star, например, это самый такой. Да. Если ты хочешь через год продать Mercedes, то да, конечно, тебе нужно будет выплатить оставшуюся сумму. Вот. А так, если 3 года ты на нем отъездишь, ты... Да не беременная, я от Габозова, мне уже про записанный первый раз. Звука нет опять, не слышно. Ну что? Потому что, наверное, эфир пропадал. Сейчас появится. Ладно, ребятки. Что-то... Какое у нас время? 6 часов копается. Да? Виснет эфир. Да, ребят, ладно, я сохраню эфир и надеюсь, вам был он полезен.